Детским садом номер один руководит необыкновенный человек Ольга Николаевна Королева. Можно без преувеличения сказать, что этому дошкольному учреждению она посвятила всю свою жизнь. Ведь впервые она попала в детский сад в возрасте 6 месяцев. Тогда здесь трудилась мама Ольги Николаевны, Светлана Ивановна Парусникова. Старшая в большой семье, она всегда помогала родителям ухаживать за младшими братьями и сестрами. А выйдя замуж, переехала из Каширы в Видное и сразу устроилась в тогда единственный детский сад города «Журавушка». Для своих воспитанников Светлана Ивановна была самым близким человеком. Всех любила. Надо было любовь отдавать всем детям. Самое главное, чтобы были сухие, накормлены, сыты были, сухие, не мокрые, не грязные. У нас круглосуточные были детские ясли. Приду в ночь, со всех все поснимаю, все трусы перестираю, колготки все постираю, все повешу, высушу. Утром всем детям все чистенько одевалось. Светлана Ивановна давно на пенсии, но в сад частенько приходит. Ее приглашают на праздники, да и просто пообщаться в группе с детьми очень любит. Танк. Похож на пароход, а не так. Вот это танк. Вот танк. Именно в этой группе работала 3 с лишним десятка лет Светлана Ивановна. Многое сегодня здесь выглядит иначе. Мебели, тогда такой мебели не было совсем, игрушек таких не было. Все приносили родители, много приносили. Сейчас не разрешают, а тогда все приносили родители. Таких столов не было, были деревянные, раскладушки были. Ну, в общем... Дети те же? Дети совсем другие. С этими другими детьми работает новое поколение педагогов. И среди них наша героиня Ольга Николаевна Королева. Работа каждого сотрудника детского сада ей знакома, ведь в свое время она была и няней, и воспитателем, кстати, тоже в этой группе, затем заместителем по воспитательной работе и, наконец, заведующей. «Дети – это самое лучшее, что есть в нашей жизни», – говорит она. С ними очень интересно работать. Они с ними посмеяться, и потанцевать, и поиграть, все что угодно. То есть впадаешь тоже в детство в это и играешь с ними. А еще учишь чему-то каждую минутку. В школу малыши должны прийти самостоятельными, развитыми. А о том, насколько хорошо готовят в саду детей к учебе, может судить старшая сестра Ольги Николаевны, Юлия Николаевна. Ведь она уже 34 года работает учителем начальных классов в Калиновской школе. Работать очень интересно в школе, никогда не состаришься. С каждым новым выпуском я им свое отдаю, свои знания, а дети вооружают меня своими новыми знаниями. И поэтому все время на плаву, и все время на позитиве, и все время в активной форме. А решила стать именно учителем, потому что был пример – бабушка по линии папы. Собственно говоря, династию-то мы продолжили от бабушки, от папиной мамы. Поэтому я видела, как она занимается со мной, я видела, как мама со мной занимается. Тетя была учительница. Поэтому деваться было некуда, выбор-то небольшой был. Есть такое понятие – чувство детей. Это как раз о Юлии Николаевне. Я разговариваю с детьми, если мне что-то не нравится, они понимают мой взгляд, собственно говоря. Если у меня мальчишки между собой не могут подружиться или что-то, найти общий язык, я вызываю, я говорю, ну-ка, мужики, давайте разбираться вместе. Какие у кого претензии к кому. Они это быстренько решают, я просто смотрю, как вот арбитр, посторонний человек, и они находят общий язык. Каждая из представительниц этой семейной династии в своей работе делала или делает акцент на воспитании личности, понимая, что в их руках самый важный период становления человека – детство. Считается, что на семью у педагогов часто не остается ни времени, ни сил. Но это точно не о них. Их дети и внуки растут тут же, впитывая любовь и понимание к важности педагогического труда. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.